Окей, добрый вечер, я рад вас видеть. Ольга, жена моя, согласилась со мной прилететь в Израиль, поэтому я согласился на две недели сюда прилететь в ноябре. У нас в Германии масса дел, работа кипит, дела бегут. Время летит, а мы здесь, весь день наслаждаемся общением, наслаждаемся вашей погодой, погода как по заказу, и по вечерам будем работать и трудиться. Я думаю, мы сначала помолимся, а потом начнем медленно въезжать в тему. У вас встают, значит, будем вставать. Отец наш Небесный, я от всего сердца благодарю Тебя за то, что Ты наш Бог, за то, что Ты создал нас, за то, что Ты нас учишь, за то, что Ты нам даешь поручение, Ты нам идеи, Ты нам видение даешь, и Ты хочешь, чтобы мы этого достигли и реализовали. Прошу, Господь, чтобы мы здесь научились. Учились для нас лично, учились для наших детей, для наших последователей, для наших внуков. Прошу, Господь, чтобы Ты благословил это время, чтобы Ты благословил несколько дней, над которыми мы размышлять будем. Благослови также следующую тему конфликта, разрешение конфликтов. Прошу, Господь, чтобы это время просто было для Твоей славы. Мы любим Тебя и благодарим за то, что Ты нам это прекрасное время здесь даруешь. Аминь. 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 Еще раз несколько слов про меня. Кто помнит, кто не помнит. Родился я в Казахстане. Переехали мы в 76-м году в Литву. Жили мы 3 года в Литве с 76-го до 79-го в городе Кеданяй. В 79-м переехали мы в Германию. Наша семья, немецкая семья была и есть до сегодня. И мы живем с 79-го года сегодня в Германии. В Германии у меня прекрасная жена есть. У нас есть 3 своих детей. И у нас 1 приемная дочь. Приемной дочке 30 лет, у нее 3 своих детей. Так что мы уже дедушка и бабушка и воспитываем не только детей, но и внуков. Ответственность на плечах не только за больших наших детей, которым уже некоторым больше 20, а также за малышей, которые очень любят у нас в нашем доме проводить прекрасные свободные дни и вечера. Хорошо. В Германии, с одной стороны, это мое первое, как бы сказать, главное дело, быть директором миссии. 20 лет, чуть больше, чем 20 лет тому назад, Бог призвал меня основать миссию. Я основал, организовал миссию, называется «Христианские международные лагеря». И вот с нуля я тогда начал поднимать эту организацию. Единственное, что я умел в то время, это читать Библию и рассказывать детям и молодежи о Боге. Вот это я умел. Ну и у меня такой талант был организовать что-нибудь. А когда Бог призвал, мне нужно было все вот эти юридические системы изучить, а потом вести людей, вести команду, вести проекты, то мне приходилось очень многому учиться. И я понял, что натур-талант – это хорошо, но намного важнее учиться. И попозже в жизни я всегда посещал маленькие семинарчики, книжки какие-то читал медленно и говорил, я знаю из категории руководства и управления вот здесь немножко, вот здесь немножко, вот здесь немножко, но мне не хватали связывающие эти моменты. Я понимал тот клок и вот этот клок, но я всю систему не понимал. И поэтому где-то в 2000 году я еще раз поступил в академию в Германии для христианского руководства и управления. И после того, как закончил это образование, я понял, что такое руководство и что такое управление. И только после того мы открыли на территории бывшего Советского Союза институт руководства и управления. Я тогда написал программу и сказал, вот эти сессии, вот эти курсы мы будем учить для руководителей из, скажем, христианских лагерей, это директора лагерей, из реабилитационных центров, директора, и также пастора из церквей или христианские бизнесмены. И вот сегодня где-то 3 часть из бизнесменов, 3 часть студентов пастора, 3 часть директора лагерей или связанные как-то с благотворительными другими проектами и делами. И вот наша специфика – это учить людей, если они руководители, чтобы они вели как руководители. Я всегда говорю, если ты руководитель, то веди себя как руководитель, отвечай как руководитель и иди вперед как руководитель. И это не всем всегда легко дается, поэтому учиться надо.
из большой глобальной темы развития личности мы взяли для этого вечера, скажем, один фрагмент, и будем в ближайшие 3 дня говорить на тему развития личности. Потому что я считаю, что одно из самых важных аспектов руководства – это сам руководитель, это человек сам. Не его умение первым делом, а человек сам. И про это мы углубляться будем. Я когда писал программу и составлял для института, я так подумал, что самое важное для руководителя. И я всегда упирался об человека, об личность. Я упирался в человека и говорил, если не первое лицо, если не лидер, если не его ценности, если не, то все завалится. И поэтому я тогда, когда писал программу, написал первое, это развитие личности. Первая сессия, которую мы учим, это развитие личности, это его темперамент, который дается при рождении, это его характер, который развивается, начинается все с детства. В конце концов, можно его дорабатывать. Это его базовые глубокие убеждения, и это его ценности. И эти все вещи, они в нас заложены, некоторые осознают, другие не осознают этого, просто живут по инерции и удивляются, почему у него по инерции такие результаты, почему другие. И поэтому первая тема развития личности, которую мы учим. Потом мы взяли вторую тему, это коммуникация. Я вот так смотрел за руководителями. Руководители везде в каких-то беседах, везде с сотрудниками, везде с чиновниками, везде официально где-то что-то представляют. Я вот так смотрел, и мне иногда так стыдно было, что руководитель отвечает за такой классный проект. Отвечает или за церковь, или за благотворительное дело, или за лагерь, или за фонд, или. А когда он представляет это дело, иногда так скучно, так грустно, так непонятно, так странно все, так неграмотно все. И я думаю, почему? Почему он не может научиться, чтобы представить его дело, то, что Бог ему на сердце положил, так, чтобы люди зажглись? Почему не учить людей? И вот тогда мы начали разрабатывать тему коммуникацию. Коммуникация – это как людей именно мотивировать для. Коммуникация – это также я представляю что-то, и люди от этого имеют шанс зажечься. Коммуникация – это когда я презентацию делаю с результатами. Коммуникация, когда слушаю людей, слушаю сотрудников. Многие руководители, они на своей волне. Они так на своей волне, что они не слушают, что говорят сотрудники, что говорят помощники, что говорят правые и левые друзья. Ничего не говорят, они на своей волне. Они отвечают, они говорят, они советуют. Это неправильно. Руководитель должен учиться слушать. И поэтому мы разработали 10-дневную программу на тему коммуникацию, презентацию, риторику и так дальше, чтобы руководителей учить развиваться в этой сфере. Или третья сессия тоже разработали, это развитие организации. То есть человек, личность, это очень важно, ну а потом идет организация. И организация это процесс, это системы, они должны работать. Если организация, если система не работает, то это автоматический конфликт. А что делает конфликт с нами? Конфликт высасывает энергию, эффективности нету, энергию высасывает, в конце концов мы все капут. А после капут мы говорим, я не хочу больше. Один говорит, ой, я устал, второй устал, третий устал, в конце концов ищут отговорки, о, я буду больше дома делать, о, мне надо больше на работе делать, о, мне надо больше там помогать. На самом деле они просто из-за конфликта перегрелись. И не хотят больше. И поэтому хорошая структура, действующая структура, она расширяет возможности. Она дает процветание, она дает успех. Поэтому мы работаем конкретно на развитии организации. Следующая сессия, 4-я, которую мы студентов всегда учим, это библейская основа руководства.
Библейские основы. Библия говорит столько про руководство. Многие-многие разные местописания описывают ситуацию. Если чуть-чуть анализировать, то мы увидим столько прекрасного в этом, что Библия учит и как поступать, и как вести, и что делать, и что не делать. Библия четко говорит. Или большая тема в этой четвертой сессии – это власть и злоупотребление власти. То есть у каждого руководителя есть власть. Это авторитет, это энергия, это мощность, это такая динамика, она Богом данная. То есть Бог дал руководству, руководителям власть. И это действительно энергия, это конкретная энергия. И мы можем, как носитель энергии, вот я как руководитель, мы можем эту энергию моими ценностями пустить в положительное русло. Или если во мне гнилые ценности, то мы можем эту же энергию, эту же мощность пустить на разрушение, на развал. И в конце концов люди страдают, общество страдает, страны страдают и так дальше. И мы должны понимать, если я лидер, то я имею энергию, то есть власть. И эта власть мне Богом данная для созидания. И поэтому мы углубляемся и учим очень глубоко и много на эту тему. Власть, например. Потом есть у нас пятая сессия управления временем. В прошлый раз, полтора года назад, мой сотрудник здесь был, Йоган. Управление временем или управление финансами. Руководитель это тот, который постоянно деньги не имеет, потому что они у него всегда проходят. То есть у руководителя много, это все в зависимости от... То есть у руководителя проходят деньги, и ему всегда деньги нужны. Почему? Потому что идеи, видение, возможности больше, чем бюджет. И если руководитель не научится деньгами правильно, достойно работать, то это конец. То это в нашей немецкой системе конец. Я думаю, в Израиле тоже конец. Потому что они как только найдут где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, то они сразу как, и все. И служение страдает, закрывается. Почему? Потому что финансовые и отчеты, и балансы с тем не работают. Я когда осознал это, я такой человек, я очень любил свободу. То есть я когда родился, у меня в голове была свобода. А у людей, особенно бухгалтеры, они рождаются, у них квадратная голова. У них все вот так по полочкам. А у меня свобода была. И когда я понял, если ты хочешь в будущем расти и крутить большими проектами и оборотами и деньгами, тебе надо четкую систему, личную систему иметь. И я тогда начал мои все финансы, это личные финансы, все начал подробно записывать, ответственно вести, и жену заставил, чтобы она подробно записывала. И это прошло много-много лет, и с тех пор до сегодня мы записываем, и мы можем четко сказать, сколько денег мы в 2001, или 2002, или 2005, и так дальше потратили на что. Почему? Потому что мы ответственно, с благодарностью отдаем то, что можем, а где не можем, говорим, не можем, и все. И теперь я переношу это на миссию, потом я еще пастор церкви, на церковь. В конце концов, такие обороты крутятся. И если у тебя нет четкого порядка в голове, финансовых отчетов, систем, что легально, что нелегально, ты просто завалишься где-нибудь, как-нибудь. И тебя обязательно, я убежден, обязательно кто-то в какой-то момент вот так, и ты попался. И поэтому я считаю, руководство и финансовое управление, это всегда идет вот так. Надо четко учиться, чтобы здесь отчеты шли.